Мужицкий разговор. Конечно же. Но я сразу же присоединяю к эфиру Татьяну Мужицкую. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, Татьяна. Нам тут сразу пишет. Серьезный вопрос. Видел вчера Татьяну Мужицкую на Литейном проспекте в Питере. Интересно, это все-таки была она, спрашивает Юрий. Это была она, точно. Приходите, те, кто в Питере, сегодня увидимся на Невском 46. У меня презентация моей новой книги будет там. Вот в 7 вечера, вход свободный, так что вот. Так что да, я из Питера, да, к вам вышла. Я очень соскучилась. В прошлый раз же я очень заболела сильно и не могла никак. Ну, да, как выздоровели, все в порядке, Таня, все хорошо. Да, 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 да. А как весна в Питер дошла? А то нам жаловались, что нет. Снег еще говорит. Ну, я вчера привезла с собой, ты знаешь, я привезла с собой. Меня встречал он солнышком с утра, так что нормально, никакого снега. Очень даже было мило, и прогулялась я по Литейному в том числе. Замечательно. Вот. Ну что же, для того, чтобы у нас были возможности прогуляться не только по Литейному, но и, к примеру, по какому-нибудь проспекту в Каннах. И по Бродвею, давай. По Бродвею, да. Прекрасной набережной вот этой. Да, 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 Шам-де-Лизе, может быть, в Париже тоже неплохо подойдет для этого. Нужны нам для этого денежки, финансовые средства. В данном случае я специально поставлю вот это вот ударение. Да, да. То есть вы предлагаете про деньги поговорить. Ну, как бы мы не успели в прошлый раз по связи с болезнью с вашей Татьяной, решили анонсировать эту тему сегодня. Поскольку хочется выяснить, а в них ли счастье, в этих знаках, бумажках и монетках? А это вообще очень интересный момент. Я бы, а у нас никакого голосования про это нету? А мы его сейчас прямо устроим в прямом эфире. Я сейчас скажу, что плюс 7-903-797-6333 координаты нашего эфира. И задам вопрос, в деньгах ли счастье? И, пожалуйста, отмотивируйте свою позицию, если вам будет несложно. И мы такой же можем, я думаю, запустить в нашем чате в Ютубе. Конечно. Вопрос, правильно, Ром? Давай. Да, вперед. Роман? Да? Мне нужны только, друзья, варианты ответа. Варианты ответа. Да, нет. Еще раз, Танюш? Не только в них. И не только в них. Давай три варианта ответа запустим. Ну, я бы сказал, что я бы еще добавил вариант не в деньгах счастья, а в их количестве. Да, хорошо, добавь. Давай, давай еще в количестве. Не в деньгах счастья, а в их количестве. Вот такой вот. Старая одесская шуточка, да. Но это, мне кажется, истина, Татьяна, не находите? Ну, вот это очень интересный момент. Дело в том, что... Я же психолог, напоминаю, да, что я не финансовый консультант, там никакой не буду. Очень интересно, потому что деньги – это такой экран, на который каждый человек проецирует что-то свое. Давай я начну со стишка-пирожка про деньги. Ну, как-то я и без стишков, да? Война закончилась победой. Женить бы кончился роман. Викендом кончилась неделя, а деньги кончились... И все. Вот так всегда. Да. Поэтому смотри, когда я говорю, что деньги — это такой экран, на который каждый проецирует свое, давайте попробуем понять. Я бы прямо на эту тему с нашими радиослушателями поговорила и попросила бы их нам об этом писать. А что, правда, такое для вас деньги? Какие смыслы вы туда, собственно, наклеиваете к этим самым деньгам, да? Но вот некоторые люди, например, говорят так: вот если бы у меня были деньги, то я бы тогда... И начинают рассказывать, какой удивительной жизнью люди бы тогда жили. И это... Ну, их много таких вот есть слоев. Я вот... Давайте с этого начнем. Я сегодня их много, как обычно, вытащу разных неочевидных. Значит, в этом случае на деньги человек проецирует что? Проецирует свое как бы отложенное время жизни. Он говорит: я вот сейчас не отдыхаю, не занимаюсь спортом, никуда не езжу, потому что у меня нет денег. А вот когда у меня деньги будут, вот тогда я... И вот знаете, что самое странное? Что вот когда деньги будут, вот этого вот тогда я не случится, если человек ничего не делает сейчас. Ну, например, он считает, что вот у него будут деньги, он будет много путешествовать. Если он сейчас не путешествует, хотя бы в близлежащий лес, хотя бы в другой соседний городок, хотя бы с фотоаппаратом, просто в другой район своего города, понимаешь, что не будет он тогда, вот у него деньги появятся, он не умеет, у него нет этого навыка. А если он... этот навык был в прошлом, простите, а если навык был в прошлом, в какой-то момент человек, ну,
Ну, не растирал состояние, ну, скажем так, не позволил себе реализовываться таким же образом. А потом снова раз, и к нему пришло. Это же будет тогда исключение. Тогда это другое. Тогда он не... Понимаешь, смотри, тогда он не нагружает деньги вот этой ответственностью за свою следующую жизнь. Тогда это другой пласт совершенно становится. Тогда это становится такой пласт, что деньги становятся неким критерием цели. То есть у меня есть цель, например, снова путешествовать, да, если там у меня был какой-то образ жизни определенный, или снова там начать жить вот в таком частном доме, в котором я жил, а потом мне пришлось его продать по каким-то, допустим, да, бизнесовым историям. Бизнесмены же, у них же бывают вот эти... Конечно. Да, вверх-вниз. Вот. И тогда это становится критерием измерения цели. Как я пойму, что у меня дела стали идти хорошо? Когда у меня... И вот здесь очень важно... Когда у меня что? Когда у меня будет условно 10 миллионов рублей на счету? Или когда я смогу снова позволить себе купить дом? И легко и радостно, в общем, как говорится, без ущерба для всей моей семьи. Это абсолютно разные вещи. Потому что вот давайте подумаем. Просто так, когда люди просто думают про деньги, почему очень часто, допустим, да, третий пласт, с точки зрения моей любимой небесной канцелярии, это я же продолжаю играть в эти игры, почему желания про деньги у людей не сбываются? Как вы думаете? Не знаю, может быть, потому что они слишком много о них думают? Нет. Трудно тогда ответить. Вот. Мне кажется, они просто как цели неправильно выставляют. Неправильно. Что само наличие денег, думают, что их осуществит, а на самом деле их порадует то, что за эти деньги они купят. Неправильная постановка задач. Потому что сама по себе цифра отдельная, ну просто цифра, и она мозг не радует. Просто цифра. Мозг, она начинает радовать, когда есть мой любимый ответ на вопрос «чтобы что?». Мотивация, то есть? Не просто мотивация, а пояснение. Тебе деньги нужны на что? Угу. Чтобы что? Что ты с ними делать собираешься? Если ты говоришь, что мне хочу там, ну, сделать ремонт на даче, хочу там, не знаю, поехать действительно с семьей, там, проехать по всему Алтаю, например, или я хочу там, не знаю, там, образование ребенку дать или там себе... Это понятная история. В этот момент мозг, у него возбуждение, да, он выделяет там эндорфины, как минимум, вот, дофамин. А тут, значит, когда просто цифра, у некоторых людей наступает вообще страх. В нашем обществе, там, где было так много раскулаченных родственников наших... Ну, а у нас в обществе отношения... Извините, Татьяна, что я вас перебиваю. У нас в обществе действительно отношение к деньгам очень своеобразное. С чем вы ассоциируете это? Может быть, с какими-нибудь скрытыми желаниями? Просто undisclosed desire – это скрытое желание. Угу. К песенке просто подъел. У нас реклама сейчас. Какой классный трек. Да, я поняла. Ну, я ж вас не вижу, видишь. Я это прям про мою душеньку. Давайте почитаем пока, что нам пишут в трансляции. Да, вот Анна нам пишет. Благодаря деньгам можем позволить себе взрослые игрушки. Мне мини-купер, мужу мотоцикл, дочке классную собаку. А то так бы играли в настолке. Вот, значит, взрослые игрушки. Взрослые игрушки – это мозгу более чем понятно. Как ни странно, именно на взрослые игрушки деньги человек находит и радуется им. Потому что он уже настроен. Что такое игрушки, да? Взрослые особенно. Это то, что должно быть, по идее, поводом для радости, правильно? Когда мозг так, о, мы порадуемся, да, ну ладно, давай сейчас поработаем еще, давай что-нибудь еще придумаем, но чтобы потом порадоваться. То есть на самом-то деле мы хотим порадоваться. Да-да-да. А вот смотрите, нам Татьяна еще пишет. Ловлю себя на мысли. Когда я деньги трачу, они приходят. А пытаюсь экономить и теряю их. Кстати, да, это очень часто встречается. И это вот, смотрите, здесь тоже есть, некий стереотип. Давай это прокомментирую, Тань. Еще раз, значит, если я деньги трачу, они приходят. А если пытаюсь экономить, то они, значит, теряются. Очень просто все. Дело не в том, что ты их тратишь. Очень большое количество людей, начитавшись вот такой литературы, набрали кредитов. Сейчас я буду тратить деньги, и они придут. Нет, дело не в этом. Параметр, за счет которого эта схема работает, другая. Другой параметр. Вот смотри, Тань. Вот при слове... Мне прям интересно. Ну, я вас не вижу, но я верю, что как это все получится. Вот при слове «экономить» просто заметьте, как вот в этот момент человек начинает сжиматься вот так вот. Ну да, замечаете? Как будто бы. И у него сжимается примерно все, в том числе и вот это вот...
с миром и со всем остальным. И теряет он деньги не потому, что он решил экономить, а потому, что он из сжатого состояния начинает принимать решения и действовать. И еще людям предлагать какие-нибудь свои услуги или товары. И все, он энергию потерял, и он выглядит для мира как угроза. То есть тот, кто будет вампирить энергию, да, говорит, купите у меня, пожалуйста, эту настольную лампу, а то мне есть не на что. Господи, какой кошмар. Да. Правда же? Нет, и даже... наоборот, когда человек такой, вот, у меня-то лучшая настольная лампа, у вас от нее будет столько радости. Совершенно другой посыл. В этом дело, из какого состояния мы принимаем решение и общаемся с миром. И если для вас слово «экономить» вызывает вот это, не надо, заменить его на что-то другое. Заменить его на какой-то принцип такой, чтобы он был, ну, с одной стороны, допустим, да, что я не экономлю, вы же не экономите, я коплю на мотоцикл, например. И это совершенно другая история. У меня очень есть хороший на эту тему пример, когда у меня рассказывала одна участница моего тренинга, что она говорит, я жила в городе Королёв, и там начали строить дом новый. Еще он был, когда Калининград даже. В 90-е годы, в конце 90-х, начали строить шикарный новый дом. И я поняла, что я не могу, я хочу квартиру в этом доме, я ее куплю. Ага. И я, говорит, пришла, узнала, значит, взяла план той квартиры, которая мне нравилась, расчертила его на квадратные не метры, а сантиметры. Метр там стоил 2000 долларов. Много. А квадратные сантиметры, соответственно, уже какие-то обозримые цифры. И она говорит, что я вот иду, получила гонорар, она адвокат был, получила гонорар, иду, и такая кофточка красивая висит в витрине. А я говорю, ах ты, зараза, ты целых 30 квадратных сантиметров стоишь. Ну уж нет, не соблазнишь ты меня. Шла и зарисовывала, значит, карандашом цветным эти 30 сантиметров и откладывала деньги. Она таки купила эту квартиру, но каждые вот эти 30 сантиметров, она не экономила ли она? Да, но нет, она не экономила, она собирала деньги на мечту. Понимаете разницу? Да. Энергетически, абсолютно. По-другому это звучит. Да, я это очень понимаю, мне кажется, это все женщины понимают, потому что, когда ты присматриваешь себе, я не знаю, там, туфли за тридцаточку, да, и думаешь, ну, как бы вот, ну да, ну и нет, и потом начинаешь откладывать, и это какой-то прям вклад в счастье, когда ты покупаешь эти туфли, ты думаешь, блин. Вклад в счастье, вот. Это не экономия, это вклад в счастье, конечно. Да. А вот нам, кстати, пишут, не в деньгах счастье, счастье в том, что ты утром проснулся сам, встал, умылся, а рядом твое любимое окружение. Деньги приходят и уходят, да, они нам создают свое настроение, но это не всегда. Да, конечно, если сравнивать с ценностью жизни и здоровья, то, в общем-то, как это, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, да? Такая да, была да, да. А вот что Татьяна нам пишет. У свекра было много денег, но его согревал сам факт их существования. Экономил на всем и на себе. Счастья ему они не принесли. Кстати, действительно, есть вот такая когорта людей, которые вот этим занимаются. Ну, неплохо зарабатывают, имеют хорошие доходы. Да, да, и чахнут вот над этим. Вот почему люди так делают? Давайте в эфире. Деньги-то ни при чем. Они опять нагружены какой-то смысловой нагрузкой для человека. Да. И вот я вот хочу, чтобы мы с вами, дорогие мои ведущие, дорогие слушатели, подумали ровно об этом. А что такого мы еще в деньги вкладываем, того, чего там на самом деле нету. Сейчас. Это на самом деле есть у нас. А деньги, я вот сейчас говорю еще про то такое, когда в эфир выйдем. Вот они, скрытые желания. Мьюз. Андрей, мой любимый трек у Мьюз поставил. О, слушай, ну отлично. Undisclosed Desires прозвучало в эфире «Серебряного дождя». Мужицкий разговор здесь продолжается. +7 900 379 76 333. Его координаты. Может быть, проблема вся в том, что мы деньгам приписываем вот этим купюрам и монеткам какие-то дополнительные, я не знаю, символы, образы. Вообще смысл дополнительный. Смысл это вот как вот сообщение из трансляции из нашей, где Татьяна нам пишет, что у свекра у ее было очень много денег, но его согревал сам факт их существования. Он экономил на всем и на себе, счастье ему это не принесло. Вот. Я вам могу даже, Татьяна, еще одно сообщение вдогонку. Это тоже, кстати говоря, может быть симптоматично. Я из супербедной семьи, где и базовые нужды, еда, например, не всегда были закрыты. И страх нищеты заставляет подчинить вообще всю свою жизнь зарабатыванию денег. Не на что-то конкретное, а потому что есть страх нищеты. Муж смеется надо мной, что я в своей жизни ничего бесплатно не делаю. Каждый чих должен быть монетизирован, пишет нам Маша из Москвы. Схожие немножко вещи.
интересная штука, потому что Маша подняла сразу две темы, я их хочу разделить и на обе из них поговорить. Первое – это про страх, и второе – это про монетизацию чиха каждого. Очень интересно, значит, что такое, когда человек из бедной семьи, и что такое страх? Это очень интересно, у него может быть уже много денег-то. Но вот этот страх, да, когда человек... Это вообще, кстати, интересно, как устроены психологические вот эти страхи, травмы, ловушки, да. Когда человек вот сидит, ему 35 лет, у него все есть, но он в этот момент попадает каждый раз, когда ему говорят, хочешь купить там тортик, не знаю, себе какой-нибудь эдакий. И он попадает сразу в свои, не знаю, 5 лет и говорит, ты что, с ума сошел за такие деньги? Я сама испеку лучше. Да? И вот это вот означает, что человек принимает решение не из взрослой своей части, а из невылеченного, несчастного, бедного ребенка из бедной семьи. Обратная может быть история, когда именно этот бедный ребенок приходит и съедает все сладости, вообще скупает пол магазина, ему это не надо. Но он говорит, вот теперь могу. Да? Это обратная сторона того же самого. И это вообще не имеет никакого отношения к деньгам, это имеет отношение к походу к психологу для того, чтобы вернуть уже себе право принимать решение из взрослого состояния эту травму залечить. Это реально сделать. Да, на это тоже, правда, иногда нужны деньги, а иногда и нет. Это есть, в общем, разные варианты психологической поддержки и помощи. Да? Можно там просто литературу даже хотя бы такую найти. Понимаете, вот сейчас вот «Серебряную дочь» послушать. Просто даже одна эта идея может вас очень даже круто развернуть. А вот вторая – это что еще такое деньги, кроме как возможность их тратить? Очень важную вещь наша слушательница сказала, да, что я ничего бесплатно не делаю, каждый чих у меня монетизирован. О! Итак, мы возвращаемся к более близкой к истине, собственно, изначальному возникновению денег причине. Вообще-то деньги – это универсальный эквивалент обмена, так-то, да? Ну, можно Маркса почитать, там, «Капитал», все дела. Еще энергии, говорят, обмен это. Да, сейчас мы до энергии еще дойдем. Подожди, сейчас мы как постепенно Хорошо. Предлагаем все-таки, да? Итак, это универсальный эквивалент обмена. То есть люди обмениваются, и, значит, раньше было натуральное хозяйство, там, вот я тебе, там, не знаю, 3 морковки, а ты мне гвоздь прибил, да? Потом изобрели деньги. И вот это очень интересно, что на что обменивается, и думает ли об этом человек. Потому что монетизация – это такая история. Иногда человек думает про зарплату просто, и он вообще не обращает внимания, что это эквивалент обмена. А если он задаст себе вопрос, а сколько стоит то, что я делаю? Сколько и как я это оцениваю? В час или там, не знаю, в моем каком-то в результате? То есть это важный вопрос задуматься. Что я монетизирую-то в своей жизни? Я монетизирую свой талант, свой опыт, свою экспертность, свое время или что? Или какие-то свои качества деловые. Например, я очень классный, исполнительный, быстрый, вожу машину. Да, что я делаю? И тогда возникает совершенно другая история. Тогда деньги становятся таким свидетельством, да, и внешним показателем моей успешности и том, как я об этом думаю. И тогда получается, что надо задать себе вопрос. Если меня вдруг не устраивает, да, то, что я получаю как обратную связь в виде денег, а то ли я монетизирую? Что я монетизирую? Вот наша слушательница сказала, что она монетизирует каждый чих. Да? У этого есть минус, там муж над ней смеется, но, видимо, ее это устраивает. Смотрите, Татьяна, есть немножко другое мнение. Я никогда не циклюсь на цифры. Я просто прочитаю самосообщение нашего слушателя, который хочет, чтобы его не называли именем. И когда на собеседовании меня спрашивают о желаемом доходе, я никогда ничего четко не могу сказать. Потому что для меня важен образ жизни, который я могу вести на эти деньги. Это ощущение спокойствия и стабильности. А конкретно цифра, тем более в наше нестабильное время, может всегда меняться. Отлично. И вот... Вот, это вот прям спасибо нашему радиослушателю, который пожелал остаться неизвестным, потому что он говорит вот о чем. Он говорит о покупательной способности денег, раз, и о своем психологическом состоянии, два. И фактически, вот давайте я вам расскажу историю про одного удивительного человека, который мне ее написал в свое время. Он работал в казино администратором в Москве много лет, до тех пор, пока казино не упразднили, да? Да. И тогда он не мог никак найти себе работу, потому что много таких людей, собственно, искало работу себе в этот момент.
Ну, действительно. И к нему обратился его один из постоянных клиентов, лет 20 он к нему ходил, 20, понимаете, да? И говорит, слушай, ты классный парень, ты, я смотрю на тебя, парню тоже было уж под 40, хорошо, и он как раз развелся недавно с женой. Вот я на тебя смотрю и подумал, ты мне подходишь. Говорит, давай, у меня есть дом, вот где-то там, в общем, условно, в Адлере, или где-то еще там, ну, на море, на российском побережье, в Геленджике, вот, вспомнила. У меня в Геленджике дом есть, говорит, давай, мне нужен смотритель, чтобы человек, чтобы ты там жил, вот, просто, чтобы человек жил там, спокойно жил, поддерживал. Я приезжаю туда на 3 недели в году, а вот остальное время, чтобы ты за ним смотрел. Зарплата маленькая, но зато на полном обеспечении. И он пишет мне, этот парень, говорит, что я живу с жизнью своей мечты. Я мечтал жить в доме у моря, там, ну, заниматься спортом, гулять с собакой, заниматься в тренажерном зале. Вот я этой жизнью живу. Денег у меня очень мало, но у меня как бы еда есть. Дом чужой, хозяин приезжает, правда, на 3 недели в году, а остальное время я так живу. Это так странно, говорит. Моя мечта-то сбылась ведь. Нет, но это всегда дается, понимаете, у каждого человека, мне кажется, Татьяна, есть свои ожидания. Кто-то довольствуется и тем малым, которым ему дано, а кто-то настолько амбициозен, что хочет заработать больше денег для того, чтобы... И тут уже для того, чтобы один, что? Подожди. Это еще одна нагрузка. Ты говоришь про деньги, амбиции. Подожди, мы это еще, туда еще перейдем. Я хочу, чтобы ты оценил эту красивую историю. Ведь она же про то, что человек хотел образ жизни. И он его получил. То есть не сумму, а что-то конкретное. Он хотел образ жизни как раз-таки. И деньги там вообще ни при чем. И он очень доволен. Он пишет, что я уже 2 года живу жизнью мечты. Это странно. Я вынужден признать, что мои амбиции говорят, ты чё, а я-то счастлив. Да, это интересно. А вот нам еще Аня пишет. Как говорила Настасья Филипповна, зачем мне деньги, я ими пользоваться не умею. Вот у меня так. Работаю на любимой работе, что-то платят, вроде хватает. Но мы не транжиры. Если, опять же, человек получает удовольствие от того образа жизни, который живет, если ему хватает, и он действительно кайфует, то и прекрасно. Потому что очень часто бывает, что люди, доброходы такие, знаете, говорят, ой, что-то мало тебе платят, не хочешь там что-то поменять работу? Отстаньте от человека. Если бы он хотел, он бы уже это сделал. Ну, правда. Он может быть абсолютно счастлив жить той жизнью, которой живет. И деньги не измерение его жизни. Да, деньги могут быть критерием измерения амбиций. Да, давайте на эту тему тоже поговорим, потому что амбиции — это то, чем люди, простите, меряются. Ну, хорошо, Татьяна, давайте я сейчас вот еще дегтя добавлю. Давай. Как наш слушатель написал. Ну-ка. Хозяин продаст дом и придется искать работу. Вот этому человеку. А денег у него нет. А он уже знает, что он хочет. Он уже это понял. Но он не уже факт, что, но будет... не факт, что он это сразу получит. Ну да. Конечно, подожди. Нет, я к тому, что... А какое разочарование он может испытать, психологическое в том числе, вот в эти вот несколько дней, когда его просто выкинут на улицу? Конечно. И он мне тоже об этом писал, что всем ему типа только об этом и говорят, а он им всем отвечает. Ну это что... вот, душник, конечно, я поэтому говорю, я сейчас дегтя добавлю все-таки. И завод типа ваш закроет, и вы тоже испытаете разочарование, или еще что-нибудь случится. Он говорит, я уже понимаю, какую работу мне искать дальше, такую же. Ну, этот человек дом продаст, но еще есть 250 таких людей. Или там 100 000, понимаете? То есть я вот про что говорю. И вот этот человек, он как раз этим не заморачивается. Тот, кто боится, что хозяин дом продаст, а этот разочаруется, значит, у вас другой способ монетизации. Вы монетизируете, ну, вы не про образ жизни думаете, а вы думаете все-таки про то, что должны быть монетизироваться какие-то таланты, экспертизы или что-то, что может пригодиться в будущем. Это другой взгляд на деньги. Это другой взгляд на то, что я начинаю во что-то инвестировать сейчас, да, вы про это говорите, что вот что он просто, я продолжу из ненаписанного, что просто так сидит, трейдерству бы хотя бы учился, да, или там параллельное образование получал, то выгонит хозяин, что он будет делать, правильно, про это же речь? Ну, отчасти да, то, что не задумывается немножко о будущем, сохраняя то, что если вот. Ай-яй-яй, как же 40-летний, может, не думать. Угла своего нет. Вообще. Ни крыши, ни угла. А вас не смущает, что он до этого 20 лет в казино на одной и той же должности работал и также не задумывался о будущем? Нет, не смущает. Он же такой человек просто. Ну. И очень важно, что люди все разные. Я как раз очень хочу с помощью этого маленького фонарика под названием «Деньги» подсветить, что они проявляют в мир про каждого человека. Они очень интересный проективный тест.
А это, кстати, получается такое, как игра с зеркалом. А, ведь говорят же, что есть же истории из грязи в князи. Есть истории, когда деньги действительно в людях возрождали не лучшие, а худшие чувства. Так и эти истории очень чисты как раз-таки. Очень часто с этим сталкиваешься. Но Потому что, опять же, деньги тут ни при чем. Конечно. При чем вот что, что человек на них спроецировал. Деньги и кран. Ты на это, вот у меня белый тут, туда цвет, вот ты на него можешь спроецировать все, что хочешь. И, например, когда деньги людей портят, не деньги людей портят, а власть и вседозволенность. Когда человек все время стремился на верхний уровень иерархии, и когда он туда попал, благодаря чему угодно на самом деле, благодаря деньгам или благодаря связям, или благодаря тому, что женился, не знаю, на дочке генерала или наоборот. Ну, понимаете. Но это все внутри человека. Он сам себя портит в конечном итоге, мне кажется. Конечно. Давайте сейчас прервемся. И самое время, к слову сказать, послушать бизнес-новости под серебряным дождем. Да, сейчас все почитаем. Секундочку. Счастье на 50% наследие родительского отношения к жизни, вот нам пишет Наталья, на 10% внешние обстоятельства, на 40% счастье зависит от твоих действий в эту сторону. Вроде как научно доказано, что думаете. Не знаю, как это к деньгам относится. Это на другую передачу. Да. Говорим там, в чем счастье. В чем смысл жизни, мы уже говорили, теперь поговорим, в чем счастье. Да, сейчас. Вот, кстати, хорошее сообщение от Юли. Она пишет, а что, если я часто теряю деньги, зарабатываю неплохо, но то на мошенников попаду, то траты непредвиденные возникают из них, из ниоткуда, и никак не получается накопить, утекают, как вода, сквозь пальцы. А вот это очень интересно, потому что здесь есть две вещи. Первое, это значит, что у человека действительно нет культуры внутренней, дисциплины и культуры понимания, как вести себя с деньгами. И это тоже интересно, да, уважительного отношения к ним. И когда человек пытается именно накопить, это опять, мы с тобой уже говорили, вот из какого-то сжатого состояния, уже не накопить на что-то, на мечту, а просто вообще абстрактно, да, вдруг пропадет. Это первое. А второе тоже очень интересно. Есть такое понимание финансовой емкости. Вот я прям предлагаю, давай, когда мы в эфир вернемся к этому. Бывает, когда... Просто мне очень хочется сделать прям одну игру с нашими слушателями. Потому что бывает, что у человека прям есть предел, выше которого для него уже ненормально. Ну, знаешь, как вот когда человек объелся и уже больше не лезет, начинает из него это наоборот обратно переть. Вот бывает такое на уровне психологическом, связанное с объемом, который я могу в прямом смысле этого слова переварить. Так, что нам еще сейчас пишут, посмотрим. Что еще? Так. Да, вот Татьяна нам пишет. Я из бедной семьи, и нас две дочки. Так, сестра помешана на деньгах, а я равнодушна. Как и почему так цепляется мозг? Абсолютно понятно, почему. Потому что у нее это какая-то травма, зацепившая ее в детстве, а у вас нет. То есть так может быть в одной семье, да? То есть не совсем бедность получается. Смотри, давай я приведу пример. Что такое травма? Вот, например, да? Вот девочка, не знаю, ходит каждый день мимо витрины, а там какой-то плюшевый, голубой, невероятной красоты мишка. И она говорит, мама, купи мне этого мишку. Я хочу этого мишку. Мама на нее смотрит, знаешь, такими глазами катаешься. Говорит, у нас денежек нет, мы бедные. Говорит, ну, мама, я хочу мишку, у нас нет денежек, мы бедные. Ну, мама, мы бедные. И тут на глазах у этой девочки, значит, этого мишку покупает другая мама для другой дочки. Говорит, а мы вот богатые, а у нас вот есть, мы можем купить. И все, она это запомнила на всю жизнь. Свое вот это страдание, разочарование и вот это предательство мишки, и вот эту зависть. А у второй девочки, ну, как бы не было ничего такого, чтобы она вот прям в какой-то момент это поняла. А то и, может быть, было 4 года там, или 5. Это не важно. Важно, что у нее отложилось внутри понимание, что такое деньги и что такое бедность. Татьяна, ну это же в школе, наверное, обычно проявляется, да, когда дети приходят, не знаю, в первый класс и начинают понимать, что там вот у кого-то, не знаю, портфель там какой-то более модный, более красивый. Там девочки начинают обращать внимание, там, как кто одет, и понимают, что там какие-то вещи могут, им не могут позволить. Тань, и вот здесь тогда вопрос родителей, что они в этом поддерживают? Они фокусируются на то, что мы бедные, и у нас нет возможности это купить? Или они понимают, что девочке интересно выглядеть как-то, и что-то придумывают для того, чтобы она как-то выглядела? Ну, например, там, да, им отдают вещи какие-нибудь, их более состоятельные... Например, шила сумки сама,
ну, это уже было там, не знаю, классе, наверное, в восьмом в моем, она из таких старых джинсов своих друзей шила мне офигенную сумку, просто офигенную. И я с ней гордо ходила, просто гордее меня никого не было, при том, что, ну, как ты понимаешь, это было, ну... Это очень важно, то есть что вкладывается. Всегда надо смотреть за деньги, какой-то слой, что-то на них спроецировано в данном случае. До 50 будем работать, потому что там 2 минуты будет. Да, давай. Танюш, тогда до 50 минуты, если позволите, хорошо? А потом что? А у нас там потом межпрограммка, и смысл по скайпу выходить на 1.5 минуты маловат, мне кажется. Да, слушай, мне не сложно, я с удовольствием. Ну, давайте. Подвести, мы же обычно итоги так и делаем. Да, ну хорошо, давайте. Может, как раз я итоги... Нет, я просто думаю, как это самое лучше сделать. Хорошо, да, давайте. Вот еще наш постоянный слушатель Тони нам пишет, кормилец наш. Если бы в деньгах было счастье, то все богатые люди были бы счастливы. Но среди нескольких таких моих знакомых я это не сильно наблюдаю. Обычные люди. Деньги лишь расширение возможностей. А вот как человек ими воспользуется, вопрос открытый. И вот это вот отдельная тема, которая тоже очень крутая. Мне бы хотелось поговорить о ней в эфире, что деньги — это действительно... Они дают некие возможности, но они за тебя не решат твои проблемы. То есть можно благодаря деньгам решить проблемы лучше, со здоровьем, там, да, или как говорит один мой знакомый бизнесмен, любую яму, любой кризис можно, наверное, завалить большим количеством бабла. У него такая шутка. Вот. Да, со здоровьем, там, к тому же психологу пойти, там, куда-то поехать, что-то купить, какие-то подарки сделать близким людям, получить лучшее образование, безусловно. Но они, деньги, вместо тебя этого не сделают. Образование придется получать тебе, ходить к психологу придется тебе, лечиться тоже придется тебе, даже если ты заплатил, там, сколько-то, не знаю, 10 тысяч рублей за прием у врача, тебе придется его предписание соблюдать. Конечно. Чё-то из телеграммы, потому что ты телегу же не видишь. Ты не видишь телегу? Тебе не приходит то, что телегу приходит? В телеге тут нам Чехова процитировали. Женщины, братец ты мой, все могут простить тебе. И пьяную рожу, и измены, и побои, и старость. Но не простят они тебе бедности. Виктор нам написал из Омска. Это, ну да. Я очень Антон Павлович люблю. Смотрите, что спроецировал Виктор на деньги сейчас? Ответьте-ка вы мне, дорогие мои товарищи ведущие, что он спроецировал на них? Какой-то собственный комплекс, наверное. Наверное, да, что у него нет денег. Отношения. Вот смотрите, как интересно, да? Что оказывается отношения, да, между мужчиной и женщиной зависят вот от этого. Так они много от чего зависят. Конечно, и вопрос вот тоже, если мы это на современный лад перевернем. На современный лад, когда возможностей у человека там гораздо больше, женщина не простит ни отсутствие денег, нет. Женщина не прощает, когда у человека денег нет, а он продолжает лежать на диване и оправдывает свое, значит, такое существование тем, что у него нет денег, и ничего не делает для того, чтобы изменить это положение. Это глубже история лежит. Деньги просто, знаешь, они в проклятом дожде. Мужицкий разговор. Татьяна Мужицкая, виртуальной студии «Серебряного дождя», а координаты реальные неизменны. +7 903 797 96 333. Спрашиваем. Про деньги интересуемся у вас. Уж простите, не про их количество, а про отношения, про то, с чем вы их ассоциируете, и какую, я бы так сказал, форму и вид вы им придаете. Да, давайте почитаем сообщение. Конечно. Вот нам Дмитрий из Москвы пишет. Сейчас 48 лет, денег достаточно для себя, и для семьи, и для родителей. Но истинное счастье было в молодости, когда я был молод, свободен, денег было очень ограничено, но это нам не мешало жить полной жизнью и веселиться. А почему мешает? Кто сейчас мешает жить полной жизнью и веселиться? Я понимаю, что Дмитрий ответил на наш вопрос, да, в деньгах ли счастье? И вот это очень интересно, потому что как будто бы есть противопоставление, да, я вот молод и счастлив, или уже там богат и уже не молод, не могу так веселиться. Опять же, да, деньги не могут за вас выполнить вот эту часть вашей работы жизненной. Радоваться и быть счастливым – это никак, может быть, с ними не связано вообще. Вот Дмитрий нам пишет, именно в их количестве счастья. Во-первых, мы все почти оцениваем деньгами. Если бы я жил на необитаемом острове, один, где не будет обмена с другими людьми, только единение с природой, то тогда любые деньги здесь ничего стоить не будут. Во-вторых, денег много не бывает. Все весьма и весьма относительно. А как зовут человека-то? Дмитрий.
Дмитрий. Вот опять же, Дмитрий, еще одну функцию денег, что я напоминаю, деньги – это экран, на который человек проецирует очень много чего своего. Значит, Дмитрий вот сказал, что люди друг друга оценивают, мы, ну, какие-то, не все, кстати, так живут вообще, и меряются друг другом, и это очень хороший такой показатель количества, условно, неких звездочек на погонах, да? У тебя там, не знаю, машина АК, ты в последнюю очередь проезжаешь, у тебя там крутой Глендваген, ты в первую очередь проезжаешь. Помните такие всякие штуки, да, на дороге? Да. Чем и так далее. Это не про деньги, это про желание мериться. И кроме этого есть еще разные функции, чем люди меряются, мужчины. Ну да. Да. Вот, женщины. Неважно. И важно, что если у тебя есть желание мериться и желание амбиции, то деньги рано или поздно попадают туда, и тогда ты попадаешь в ловушку, что тебе надо деньги демонстрировать. Ты не можешь ездить на Ладе Приоре, потому что она просто тебе нравится. Не можешь позволить себе такое. Вот реально совершенно на... Там у меня есть один знакомый, который председатель совета директоров был большой компании. Вот. И он очень любил Nokia, вот эту старую, прекрасную, добрую Nokia, неубиваемую. Да. 6310 какая-нибудь, да. Ему запретили с ней приходить. Ему купили специальный модный телефон. Это было лет, там, не знаю, 10 назад. Специальный модный смартфон, чтобы он ходил на переговоры. Говорит, не смей доставать эту позорную Nokia. Говорит, почему позорную? Классная штука. Нет, это нельзя, чтобы тебя с ней видели. Это не престижно. Понимаете, да? То есть опять подмена понятия. Получается, что деньги надо демонстрировать, и получается, что это такая гонка вооружений, что они уходят на то, чтобы их демонстрировать, а не на то, чтобы приносить человеку радость. И вот это очень тоже интересный момент, который я предлагаю задать себе этот вопрос. Типа, а что же, что, какие значения я придаю деньгам? Что я в них вкладываю-то? Еще, кстати, не сказали одну важную функцию, которая часто нагружает деньги, но я подожду, может быть, скажут. Может, если нет, то я произнесу это. Хорошо, смотрите, вот Володя из Москвы нам пишет. Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а расходы. Так говорят богатые люди. Не люблю это выражение, хотя похоже, что это правда. Да, вы можете любить его или не любить, но как бы это вы не любите это, если это эмоционально сказано, а если это практично, ну да, то есть как бы просто... Вот так. Ну вот Владислав из трансляции интересуется. А как прорабатывать страх потери денег? Да так вот. Что постоянно из-за этой тревожности копишь? Пойдите к психологу, да проработайте. Конечно, там есть три компонента, получается. Там есть собственная неуверенность в собственных силах, навыках и так далее. Там есть страх из прошлого, который прорабатывается, да, исцелением травмы. И третье – это общая тревожность. Вот вы все это вместе соберите. Это решаемо. Потому что на самом деле, ну что такое страх потери денег? Понимаете, нету этого. Ну, то есть такой же точно страх измены близкого человека, страх землетрясения, страх там, не знаю, чего угодно. Этого не существует сейчас. То есть ты или делаешь из этого цель и понимаешь, что, наверное, мне надо развивать мои навыки, там, или нам надо следить за ситуацией, надо там инвестировать как-то правильно время или деньги, или все что угодно, да? Но именно вот этот страх, он же сковывает и не дает тебе принимать нормальные решения. Вместо того, чтобы заниматься развитием будущего, ты сидишь и едешь по зеркалу заднего вида. А вдруг что? Ну, вот и ничего хорошего из этого обычно не получается. Смотрите, нам Татьяна написала из трансляции. Деньги, как лакмусовая бумажка сущности человека. Через них мы видим его характер и качество. Да? Очень хорошо показывает истинное лицо. Вот такой функцию еще наделяет деньги. И такую функцию тоже, да, прекрасно. Еще одна проекция на этот экран, что ты смотришь сквозь призму, значит, как человек деньги тратит, как он их зарабатывает, пахнут его деньги или не пахнут. То есть у тебя нет как бы права, что ли, или возможности просто оценивать человека и смотреть, да, на него вот так. Дай-ка я посмотрю, как бы, что это за человек такой, как бы вот так напрямую поговорить. А вот как бы глядя на деньги, вроде как нормально, можно и так тоже. Есть еще одна интересная штука. Две. Одну я обещала из трансляции в эфир вытащить и вытаскиваю прямо сейчас. Это емкость. Сколько человек, в принципе, денег может вынести. Я предлагаю сейчас очень простой эксперимент сделать всем, кто нас сейчас слышит. Очень простой эксперимент. Вы знаете, такие бывают колесики на телефонах, вот на таких смартфонах, когда вот, ну, бывает, настраиваешь там какой-нибудь этот, да, будильник какой-нибудь или что-то. Знаете такое? Да, да. Вот.
такое колесико, которое крутит. Вот это так вот колесико запустите, и прямо сейчас перед глазами у вас, ровно перед глазами, будет та цифра объема дохода, я не знаю, в чем вы мерите, в год, в месяц, там, в день, как вы считаете, да, которая для вас нормальная. Вот сейчас. У вас какая-то цифра перед вами. А вот нормальная или желанная? Нет, нормальная. Ага. Именно нормальная. Нормальная. Желанная. Сейчас там все поймем. Именно ладно. Обычная, нормальная для вас. Она может быть больше, чем та, которую вы сейчас зарабатываете. Может быть меньше, может быть именно такая. Не знаю. Но тут подсознание вам выкидывает прямо на уровне глаз нормальную. Самая нижняя часть этого колеса, это то ниже, ну, где цифры видны еще, да? Это то, ниже которого вы не можете себе представить, ну, как бы не можете позволить себе опуститься, и у вас уже там все. А вот сверху как раз максимальное, которое вы можете вынести. Потому что, может быть, вы хотите зарабатывать 10 миллионов, но у вас все сжимается, у вас там, не знаю, раскулачивали родственников, у вас там на ваших глазах наезжали на каких-нибудь бизнесменов, и вам кажется, что если у вас будет 10, вас просто тут же убьют, растерзают, там, не знаю, жена от вас уйдет или наоборот. Все, я стану отвратительным человеком, поэтому не-не-не-не, там, условно, не больше 5 или там не больше 2. Понимаете? Вот, или там, как... вот я про что говорю. Но очень важно. И что с этим делать? Начните прям мысленно с этим колесом работать, как-то его так раскачивать. Посмотрите, поизучайте. Вот та цифра, которую вы хотите по максимуму, она вам чтобы что? Зачем? Крутите в нужную сторону колесо. Крутите барабан. Примерно так. А вот Дмитрий, кстати, который нам писал, помните, что в молодости, когда было меньше денег, жизнь была более веселой. Вот он продолжает. Дело в том, что очень часто зарабатывание много денег занимает много времени. Мое хобби – плавание на открытой воде. Это можно делать только в теплых странах. Плюс нужно готовиться. На это времени нет. Как раз в этом и проблема денег, что их зарабатывание отдаляет нас от счастья. Нет. И опять нет. Вот опять, Дмитрий, смотрите, это же в чистом виде психологическая ловушка подмены понятий. Вы определитесь, вы хотите в теплых морях плавать или деньги зарабатывать? Потому что это разные вещи. Если вы хотите плавать в теплых морях, это тот самый ответ на вопрос «чтобы что?». Значит, вы начинаете танцевать от этой цели. Сколько вам нужно на это времени в год, чтобы плавать? Сколько вам нужно на это денег? И, значит, все остальное время в году вы распределяете именно так, чтобы... вам, ну, как бы, меняется схема зарабатывания, или там человек, наоборот, переезжает жить в эту теплую страну и все время там живет. То есть, понимаете, если бы это правда было там условно некой целью, очень часто у людей есть вот эта проблема подмены понятий. Когда человек вместо того, чтобы, например, многие начинают зарабатывать, чтобы сделать семью счастливой. Это самая типичная история. И в итоге семья их не видит, и семья вообще от этого человека отдаляется и уходит даже. Потому что, говорит, мы тебя не видим, ты не участвуешь там, не знаю, в воспитании детей, ты там вообще эмоционально приходишь, только здесь все выжимает, а никакой приходишь домой или никакая, мы тебя не видим. Говорит, ну я же для вас деньги зарабатываю. Стоп, не для нас ты их зарабатываешь. Ты зарабатываешь, потому что у тебя есть какие-то амбиции, еще что-то, ты забыл вообще, ты вовремя не можешь остановиться, у тебя страхи, что угодно, но только не для нас. Потому что для нас, может быть, мы были бы более счастливы с меньшим количеством денег, но большим количеством времени. Придумай, вдруг пассивный доход такой ты можешь придумать для себя. Понимаете? Вот в этом хитрая штука, что деньги обвиняют в таких вещах, а они ни при чем. Ну, большинство... Да, скрылось. Хотела об этом поговорить. Большинство ассоциирует деньги со свободой. Вот сразу же, прям, ну, наверное, сообщений 10 у нас. Да, приблизительно... опять, деньги – это свобода. Круто. Жить, круто. Где хочу, очень... ехать, где хочу, есть, очень где красиво. Хочу, делать, что хочу. Вот, кстати, я вам скажу страшную вещь опять. Я сегодня такая вредная, вам не кажется? Вообще отвратительная тетка какая-то. Хотя вот бывает грустная история, вот смотрите, нам пишут, я столкнулась в семье с ситуацией, где деньги есть испытание, муж стал много зарабатывать и стал ходить по клубам и стриптиз-барам, да. Мечтали о доходах, а вышло вот так. Да, вот так. Деньги вот. Могут испортиться. Потому что деньги это свобода, но все ровно наоборот, надо сначала научиться быть свободным, сначала вот эти качества свои, да, приобрести, потому что почему муж начал ходить по барам и стриптизам? Может быть, потому что он всю жизнь именно этого и хотел, а может быть, потому что ему пришлось демонстрировать свои деньги, а может быть, ему нужно быть членом вот этого общества. И это очень важный вопрос. Деньги, правда, являются экраном, на который транслируются ценности. И может быть, вот именно сейчас жена вдруг узнала о муже что-то такое, чего не видела все эти годы.
А вот он такой. И наоборот, вот человек говорит, деньги нужны для свободы. Если он не научился быть свободным, он мгновенно втягивается в денежные игры взрослого мира, в гонку вооружений машинами, вот в эти всякие бары, потому что надо ходить, потому что богатые так делают. Все, сначала надо научиться быть свободным, сначала надо научиться радоваться, сначала надо научиться путешествовать, сначала надо научиться любить друг друга, сначала деньги потом являются обслуживающим этого ресурсом. Деньги – ресурс, которым ты можешь распоряжаться. И все. И обратная связь от мира, от ценности твоей работы. Больше ничего. И мы в рекламной паузе. Так, а у нас сколько? 6 минут. И выйди на сколько? И останется у нас 3 минуты. 3 минуты останется. Например, подвести итоги нашего вопроса. Да, чтобы подвести итоги, Танюш. Да, хорошо. Угу. Я понял. Да. Так, 330 голосов. В принципе, можно завершать опрос. Буквально да. 2 минутки у вас. Слушай, товарищи Четлане. А ты можешь, потому что я у себя закрыл опрос и не вижу результата. Ты его увидишь, как только я завершу его. Поэтому говорю, 3 минутки вылезется? Буквально у Четлана, да, чтобы проголосовать, да, кто еще не сделал. Проголосуйте, кто не проголосовал. Но там абсолютное, знаете, преимущество, собственно, практически как на выборах президента. Большинство, да, отдало предпочтение действующему лидеру страны. А у нас там не в деньгах, а в их количестве? У нас вариант ответа «да», «нет» и не только в них. Не в деньгах счастья, а в их количестве. Я не стал не только в вписывать, потому что, в принципе, это то же самое, что и первый вариант ответа, типа «да». Вариант «не только», да? Вариант «не только», да. Вариант «не только в них». Лидирует там с огромным просто отрывом, там 74% за них проголосовало. Ну и прекрасно. Интересно, а остальные проценты как распределились? 17% нет ни в деньгах счастья и 9% да в деньгах. Да, и это вот тоже очень интересно, потому что если человек не умеет быть счастливым, то он не умеет радоваться, то он и когда у него есть деньги, не умеет радоваться тоже. Ну, кстати, Татьяна, мне очень понравилось действительно вот ваше выражение, оно очень метко сказано по поводу того, что деньги – свобода. Это прям вот хороший, простите, я со своей колокольни, да, если да. позволите, да, давай. Но вот это то, что вот у людей, к сожалению, сидит в голове, почему-то засело. Ты все равно можешь быть свободным, абсолютно свободным человеком, даже если у тебя нет на это денег. Потому что люди почему-то вкладывают в свободу именно возможность путешествовать. Но даже путешествовать можно виртуально куда угодно. Так сейчас. И просто автостопом народ путешествует. Конечно. А еще смотри, какая штука. Деньги – это свобода. Свобода – это когда у тебя есть много вариантов решения. И деньги – один из вариантов, и должны быть варианты еще. Вот. Если деньги – единственный вариант решения, это уже не свобода, это не ресурс. Конечно. Вот я в этом смысле абсолютно согласен. Поэтому не надо ассоциировать. Нет, это не синоним свободы – деньги. А еще знаешь, что там есть? А еще бывает, тоже у нас это не прозвучало, но я хочу здесь об этом поговорить. Бывает, что деньги – это безопасность. Нет. Наоборот. Чем больше у них денег, тем хуже они себя начинают чувствовать, тем больше опасность. Так, боже, всем только нужны. Не зря же есть пословица. Ну, не зря же есть пословица. Большие деньги – большие проблемы. Маленькие деньги – мало проблем. То же самое про детей, кстати говоря. Ты не помнишь, нет? Маленькие детки – маленькие проблемы. Большие детки – большие проблемы. Мне кажется, это опять дело и не в деньгах, и не в детях, а ровно в том, как мы воспринимаем. Человек везде ищет проблемы. Да. Нет, тебе не кажется? Да, мы везде при желании можем найти какие угодно проблемы, не важно. Да, вижу, да, Ром, появился у меня результат голосования. Отлично, спасибо. Сейчас я вот тогда это самое выскажу в эфир. Да, да. Татьяна, когда мы вас увидим вживую? Когда возвращаетесь? Когда? Через неделю. Угу. Через неделю мы только будем в отпуске, но вы приходите, если что. Нет, 1 мая я прихожу вживую на лекцию, по-моему. То, что мы договаривались. А потом, когда получается? 16-го, да? Да, там 16-го, первый четверг получается после праздника 16-го. Вот как только, так сразу. Да, окей. Так, а вы 1 мая придете, да? По-моему, да, во сколько? А 1-го тогда к вам. Пойдем, я не помню, во сколько там, посмотри, пожалуйста. Ну, там обычно одно время у всех стоит. 9 до 10 всегда. Ну вот, приходи. Давай поговорим. Не говорите, я тут как диджей, как кнопочник.
Кнопочник. Ну да, ну как бы ты как кнопочник для них, а для меня ты собеседник. С удовольствием. Как вчера, кстати, ну, вчера у нас, ну, Волгу тоже пришлось записывать, а записывались не в этой студии, а сверху. И, значит, ну, не буду говорить кто, но опытный достаточно человек, как тяжело было практически час сидеть в стенку, ни с кем не общаясь, а просто вот с микрофоном разговаривать. Когда с тобой... Я ему сказал, говорю, слушай, всегда есть, говорю, для этого хороший ресурс. Возьмите на компьютере, откройте там фотографию толпы, я не знаю, какой-нибудь улицы, и думайте, что вы с ним общаетесь, если вот проблемы с микрофоном бывают. Ну, либо можно попросить прям кого-нибудь присесть. Друзей выйти в эфир и ему рассказывать все это время, да. Условно. Так тоже. Я так аудиокниги записываю, у меня же много аудиокниг, и я же никого не вижу в студии, когда сижу, но у меня в наушниках мой прекрасный звукорежиссер. Вот. И мы с моим звукорежиссером прямо общаемся. Ну, то есть я, например, читаю какую-нибудь фразу, типа, а вы когда-нибудь думали, какое значение имеют деньги в вашей жизни? И она мне в наушнике говорит, да, кстати, а какое? А, ну, то есть она как у вас собеседник получается. Да. Это самый лучший вариант, конечно. Да. И благодаря этому прям они очень живые получаются аудиокниги. И там есть время для ответа человека тоже еще вот в этом хитрость. Да. Смотрите, то есть трансляция прочту. Счастье не в деньгах, а в мелочах. Я победил онкологию. Сегодня, несмотря на дождь, иду на встречу с Татьяной. Переехала в Санкт-Петербург. Связала яркую игрушку для настроения. Я счастлив. Счастье и мелочь вообще. Вот это круто. Это круто. А вот у нас как раз выход в эфир. Мелочь, правда, на 3 минуты, но... Так, приятно, да? Итоги голосования и подводим итоги вообще. Хорошо. Мужицкий разговор. Подведем прежде всего итоги голосования, которые мы проводили в Ютьюбе в рамках трансляции. Итак, три варианта ответа. В деньгах ли счастье был вопрос? Не только в них, нет, да. А подавляющее большинство наших зрителей-слушателей, а именно 73%, выбрали вариант «не только в них». 17% ответили «нет, не в деньгах счастье», и 9% сказали, что «да». Именно в этих вот... В них самых все счастье как раз-таки и заключается. Но большинство, что не только в них. И это, наверное, должно радовать, эти. Да, конечно. И, конечно, это радует. Я напоминаю, что деньги мы нагружаем огромным количеством всяких значений. Что деньги – это безопасность. Что деньги – это, значит, гарантия любви. Что деньги – это статус. Что деньги – это, там, не знаю... Свобода, все ровно наоборот. Надо сначала научиться быть свободным, надо научиться свой статус получать, надо научиться отношениям, а деньги – это следствие обмена. Это, собственно, да, поэтому показатель просто. И здесь очень важно, что деньги – это один из вариантов решения задачи, любой, один из. Ищите еще два других всегда. И тогда вы будете счастливы с любым количеством денег и совершенно будете понимать, что вы умеете проживать эту жизнь так, как вообще уникальным для вас своим собственным образом. И количество денег тогда, если вы хотите их получать, да, то это будет обратная связь от мира о том, насколько значимы ваши действительно навыки, например, или проекты, о том, насколько вы действительно заинтересованы в том, чтобы себя продвигать, о том, что вы монетизируете. Это хороший вопрос. Вы подумайте о нем. Монетизирую я что? Знания, время, опыт, полезность свою, что? Это не все одинаково. Татьяна, а сможем быстро за 30 секунд буквально ответить Борису? Он спрашивает, сильно тяготят долги, такое ощущение, что не для себя работаю, а ради долгов. Как быть в такой ситуации? Надо точно, срочно найти то, ради чего вы работаете, мечту, желание, то, что придает вам сил. И обязательно туда часть доходов направлять. Иначе, правда, мотивация исчезает. Вообще непонятно, зачем это все. Чтобы что. И если вы прям хотите разделаться с долгами, что станет доступным? Чтобы что? Ну, уберете вы долги, и что тогда? Вот ради чего вы это делаете? Это очень важно. Оно должно быть позитивно сформулировано. Что ж, время подходит к концу. Татьяна, мы вас ждем все-таки после майских праздников, да, уже в живую студию. Нам грустно. Вы спите, в солнце приносите, а конечно, нам сюда не принесли сегодня. Конечно, мы уже хотим обниматься. Ну как, на обнимашки опять же, вот эти вот все полезные всякие эндорфинчики, вот это все то, что летает всегда с вашим приходом. Обещаю.
Все. Спасибо. Хорошего вам дня, Татьяна. Да, и, вот. и хорошо вам сегодня провести ваше... денежного, пожалуйста. И денежного, да. Хорошо вам сегодня провести ваше мероприятие, которое запланировано в Санкт-Петербурге. Да? В Питере в 19 часов. Вот, замечательно. А мы вернемся через несколько минут. Серебряный дождь.